Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами боксом, называется AD3X, где нам абсолютно без вложений, на просмотре сайтов дают зарабатывать криптомонету 3X. Здесь можно перевести, почитать, статистика, выводы. Значит, регистрация непростейшая. Прописываете username, email, пароль, повтор пароля, нажимаете зарегистрироваться. Не помню, ребятки, приходило мне письмо на почту или нет. Вход по логину и паролю. Я не писала видео. Я бы уже давно записала по этому боксу видео. Но дело в том, что у меня случилось такое. Обалдеть. В общем, не зайти мне было, друзья, на Faucet Pay. Нет доступа. В общем, я двое суток переписывалась с поддержкой. Поддержка, конечно, на высоте. Все супер, все отвечало. А VPN-то в этот кошелек нельзя использовать. Вот как быть? В общем, в итоге дело не их проблема, то, что мне было не зайти, а была проблема с российской стороны. В общем, ну, знаете, просторы интернета безграничны. В общем, нашла я способ зайти. Написала им все, что хорошо. Без VPN, все отлично. Вот такие вот дела у меня были. Зашла я только вчера, смогла зайти. Ну что, залогинилась, попала я. Мы попали на домашнюю страничку. У меня 500 коинов. Я их специально не стала выводить, так как доступа у меня не было. Вот. Ну, здесь такого ничего нет. Вот баланс вывода. Второй уровень. Есть экран. Короткие ссылки. ПТС, то есть просмотр сайтов. И AfferWow. Значит, здесь блок ничего нет. Вкладочка вывод. Давайте сразу вывод. Я выведу вот эти монеты. Здесь нет минималки, ребятки, на вывод. Вот у меня там есть вот 500 тысяч. Можно на Faucet Pay, на прямой кошелек. Я напрямую не буду выводить, даже смотреть сами, кого заинтересует. Посмотрите, я на Faucet Pay, конечно. Кликаю Faucet Pay, ну вот у нас рекламка такая. И можно выводить как в 3X на Faucet Pay, а можно выводить в Dogecoin. Чем хотите, на выбор. Я в тронах кликаю на трона. Значит, и обратите внимание, минимум вывод 1 коин. Ну, шикарно, да? Значит, что нам нужно? Сюда прописать адрес 3X, привязанный к Faucet Pay. Идем в кошелек. Я кликаю на депозит. Кликаю на депозит и выбираю трон. Вот он. Скопировала. Переходим. Вот видите. Немножечко такая рекламка. Ничего страшного. В криптовалюте это в порядке вещей. Кто работает, тот знает. Значит, сюда сумму. Значит, в коинах выходит, да, у меня 500 тысяч. Вот так. И здесь, значит, сразу сумма отображается в 3X. 1 коин равен 0.1 сатоха 3X. Кликаю вывод.
Все, видите, зелененьким загорело, значит, вывод прошел. Кстати, здесь есть вот чат, можно общаться. Давайте перейдем на Faucet Pay и посмотрим. Сейчас страничка загрузится. Так, перезагрузить. Ага, вот они. Подождите, не заметила. Вот, AD3X. Значит, 500 тысяч. Сатох. 20 апреля. Платит мгновенно. Так. Ну что, баланс, естественно, у меня по нулям. Давайте теперь пройдемся по самому буксу. Вывод я вам показала. Вот и сейчас еще раз покажу, сделаю вывод. Загрузится. Вот баланс мой по нулям, все замечательно. Значит, клейм. Это у нас кран. Значит, 300 тысяч коинов. Это выходит у нас 300 тысяч сатох вот этих 3x, как я выводила 3x. Клейм. Ну что, ага. Все. Стало 40 клеймов, мне 39 стало. И таймер. Через 9 минут, через 10, как бы раз в 10 минут, я могу опять зайти. А нет, ребятки, это секунды у нас идут, смотрите. И вообще шикарно. Страничка перезагружается, я могу еще делать клейм. Давайте еще соберем. Ну как. Ну ладно, не буду я время затягивать. Вот. Значит, вкладочка следующая у нас идет. Рефералы. Такая рекламка у нас. Находится наша партнерская ссылочка. Это короткие ссылки, друзья. Я не люблю я короткие ссылки. Кто хочет, можете просматривать. ПТС. Серфинг сайтов. Значит, смотрите, вот 500 тысяч уже сразу доступно к выводу. Считай, минималки нету. Правильно? 500 тысяч, 250 тысяч. И вот здесь, значит, 9 рекламок на 2,5 миллиона. Согласитесь, неплохо. Вся рекламка по 15 секунд. Кликаем. Сейчас вот рекламка опять у нас. А вот пошла реклама. Таймер у нас. Загрузится. И подождем отсчет таймера. Ну, когда без видео, все это, ребятки, делается быстрее, конечно, в разы. Вот. И разгадываем капчу. Ну, сразу перебрасывает, как таймер закончит отсчет свой на следующую страничку, как бы вот рекламируемый сайт. И кликаем клейм. И возвращаемся. Все. Просмотр. Защита. Каким вот образом мы просматриваем рекламку. Далее это задание. Ну, здесь... Если хотите, посмотрите, переведете, выполняйте задание. Я
Наверное, не буду выполнять. Все это можно видео попробовать, да, записать, ютуберс. Вот. Как бы это все изучить, прочесть. Можно заработать дополнительные монеты. И дают здесь рекламку, здесь как бы лотереи. Это я ничего не лезу, депозиты я ничего не делаю здесь. Я зарабатываю только на серфинге. И кликаю обратно. Так, надо же посмотреть, что у меня там. На балансе у меня 800 тысяч. 800 тысяч. Это у нас 800 монет. Сатох этих. Кликаю опять вывод. Опять Faucet Pay. TRX. Здесь каждый раз нужно вставлять адрес, походу. Надо. Так, давайте. Возьмем. Все, мне никак не привязать адрес на Faucet Pay свой. Возьмем депозитный адрес. Где у нас 3x? Вот. Копирую. Иду, вставляю адрес. Вставляю сумму. 800. Так. Да. 800 тысяч. Кликаю вывод. Все монетки вывелись. Переходим на кошелек. Возвращаемся. И смотрим. И вот мой второй вывод. А, 80 тысяч 3x. Что-то я, наверное, не так прописала. Ну, ладно. 80 тысяч 3x. Да, я, наверное, нолик не добавила. Сейчас посмотрим. Нет. Да. 80 тысяч. Баланс мой по нулям. Ну, таким вот образом зарабатывать криптомонету. Вот пайт, видите? 50 тысяч, 80 тысяч. Интересно, а там у меня сколько? Нет, ребятки, глядите, не 500 тысяч сатох, а 50 тысяч. 50 тысяч. 80 тысяч. Вот, все верно. Кому интересно, работайте, зарабатывайте, неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, всем пока.